Samsung Gear S3 Frontier — это представитель нового поколения умных часов, в котором традиционная функциональность дополняется спортивной. Давайте посмотрим, как все это уживается в компактном корпусе устройства. В Gear S3 Frontier компания Samsung продолжила развивать идеи дизайна, заложенные в Gear S2. Новые часы также имеют круглый корпус, но выглядят агрессивнее на фоне плавных линий предыдущей модели. Это достигается за счет более крупных размеров, черного цвета корпуса и зубчатого кольца навигации, которое находится вокруг экрана. Такой стиль – прерогатива версии Frontier, рассчитанной на пользователей, которые ведут активный способ жизни. Но в целом дизайн корпуса часов получился универсальным, он подойдет как мужчинам, так и женщинам, и под разный стиль одежды. Главное – подобрать правильный ремешок, а также циферблат. В стандартном комплекте поставки Gear S3 Frontier идет с черным резиновым ремешком. Тем не менее, с часами можно использовать стандартные 22-мм ремешки. В часах установлен 1,3-дюймовый Super AMOLED дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass. Разрешение экрана составляет 360 на 360 точек. С учетом диагонали это позволило добиться плотности пикселей 278 на дюйм. Картинка на дисплее выглядит четко и красочной, что характерно для матриц Super AMOLED. Если включить в настройках опцию, которая постоянно будет выводить на экран изображение циферблата, то часы легко перепутать с обычными. Кольцо вокруг экрана прокручивается в правую или левую сторону и позволяет пролистывать экраны, списки или иконки в интерфейсе. Кроме этого, на правой стороне корпуса часов есть две механические кнопки. Одна отвечает за шаг назад, а вторая за выход на главный экран, вызов основного меню, а также за включение и выключение устройства. Кроме этого, управлять часами можно и через сенсорный дисплей. Но кольцо навигации во многих случаях просто комфортнее использовать. Интерфейс Gear S3 Frontier построен вокруг круглого экрана, поэтому его элементы расположены так, чтобы максимально использовать полезное пространство. Разобраться с логикой интерфейса несложно. Основной экран — это всегда циферблат часов. Если покрутить кольцо навигации влево, то открывается центр оповещений. Если вправо — экраны с виджетами. Их можно удалять или добавлять новое. Жестом от верхнего края дисплея вниз открывается панель, в которой показан уровень заряда, статус подключения, а также ряд кнопок с опциями. Выбирая наручные часы, можно провести вечность, решая, какой циферблат лучше, ведь его уже не поменяешь без смены самих часов. В Gear S3 такой проблемы нет. В магазине приложений Samsung Apps можно найти самые разнообразные дизайны циферблатов, от смешных мультяшных до копий известных классических часов. Основное меню Gear S3 Frontier выполнено в виде круга из круглых иконок, что еще раз подчеркивает форму дисплея. А избранное приложение можно отображать в отдельном меню в виде виджетов. Так они сразу показывают дополнительную информацию, позволяя, например, быстро посмотреть прогноз погоды или начать тренировку. К смартфону часы подключаются по протоколу Bluetooth через приложение Samsung Gear. Для этого подойдет любая модель с Android версии не ниже 4.4 и объемом оперативной памяти не меньше 1,5 ГБ. Кроме этого, буквально на днях появилась поддержка iOS. По сравнению с Gear S2 заметно обновился не только дизайн, но и платформа новых часов. В них используется процессор с частотой 1 ГГц, 768 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Увеличение производительности заметно даже при беглом использовании часов. Прокрутка меню, смена циферблатов, запуск приложений – все происходит без лагов и зависаний. Работа с оповещениями в Gear S3 Frontier реализована на том же уровне, что и в Gear S2. В программе Gear можно настроить, какие сообщения, обновления и прочую информацию от приложений нужно транслировать на часы. При этом с Gear S3 в некоторых случаях можно не только читать содержимое оповещений, но и отвечать на некоторые из них. Это можно сделать заранее заготовленной фразой, голосом, смайликом, либо набрать текст на виртуальной клавиатуре. Хорошо, спасибо, до встречи. Набор предустановленных программ в Gear S3 включает в себя календарь, напоминания, будильник, погоду, записную книжку, почту, сообщения, галерею, мировое время, бар, альтиметр, S-Voice, S-Health, музыкальный плеер и телефон. Последнее приложение позволяет использовать часы в качестве беспроводной гарнитуры, громкой связи и звонить или принимать звонки. Качество внешнего динамика при этом ниже среднего, но его хватает, чтобы ответить на звонок за рулем или дома, когда смартфон находится в другой комнате. К микрофону при этом нет никаких претензий, собеседник на качество передачи не жалуется. Сторонних приложений для платформы Tizen, на основе которой работает Gear S3 Frontier, за последний год стало заметно больше.
Особенно радует активность украинских разработчиков. В магазине Samsung Apps появились программы Privat24, Portmoney, Uklon, Новая Почта и другие. Кроме этого, можно установить приложение от Uber для вызова такси, а также Яндекс.Пробки и Яндекс.Транспорт. Возможности S-Health Gear 3 Frontier можно условно разделить на фитнес и спортивные. К первым относится отслеживание такой базовой физической активности, как шаги, количество пройденных этажей и сон. К этому добавляется периодическое измерение пульса, а также количество выпитой воды и кофе. На основе этой информации часы рисуют круговую диаграмму, которая показывает количество потребленных организмом калорий, а также время, проведенное во сне в режиме активности и покоя. Сон отслеживается автоматически, для этого просто не нужно снимать часы с руки. При этом они определяют его эффективность в зависимости от того, как глубоко вы спали ночью. Таким образом, пользователь должен стараться высыпаться, а в течение дня меньше сидеть на одном месте и проходить пешком минимум 6000 шагов и 10 этажей, закрашивая диаграмму S-Health зеленым цветом. Если час сидеть на одном месте, то часы начнут вибрировать и предупреждать о том, что пора пройтись. Спортивные функции S-Health позволяют отслеживать бег, езду на велосипеде, эллиптический, вело, степ, тренажеры, выпады, скручивания, приседания, пресс, прыжки, пилатес, йогу, греблю и другие упражнения. Во время занятий спортом часы отслеживают пульс. При этом нужно заметить, что точность измерений находится практически на уровне нагрудных датчиков. Во время бега на улице также можно включить встроенные в часы GPS, чтобы следить за дистанцией. Для езды на велосипеде в Gear 3 Frontier есть даже спидометр. Кроме этого, для каждого упражнения можно выбрать цель, например, темп, время, дистанцию или количество калорий во время бега. Gear 3 Frontier будут выполнять базовую функцию тренера, сообщая, когда лучше ускориться, а когда замедлиться. Для того, чтобы лучше понимать высоту, на которую поднимается пользователь в Gear 3 Frontier, есть альтиметр, работающий на основе барометра, который также меряет атмосферное давление и пытается предсказать, будет дождь или нет. Альтиметр берет данные об уровне моря из базы сервиса AccuWeather, в зависимости от местоположения пользователя, которое определяет через GPS. Корпус часов защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68, что, к сожалению, не позволяет использовать их для водных видов спорта. Встроенный в часы аккумулятор имеет емкость 380 мАч. Время работы при этом очень зависит от того, насколько активно их использовать. Если пользователь смотрит время, проверяет оповещения и работает с приложениями, то можно рассчитывать на 3-4 дня автономной работы. Если же добавить к этому занятия спортом, например, бег 40 минут с активным GPS, то подзарядить часы нужно будет уже через 2-3 дня. В целом это нормальный результат для умных часов. Заряжается Gear 3 Frontier через док-станцию с индукционной зарядкой. Чтобы подзарядиться от 0 до 100%, батарея необходима около 2 часов. Samsung Gear 3 Frontier – это на данный момент лучшие умные часы для платформы Android. Они имеют приятный дизайн, качественный дисплей и отлично дополняют возможности смартфона. При этом уклон спортивные функции позволяет использовать Gear 3 Frontier и как замену фитнес-браслета, и как базовые мультиспортивные часы.